Всем доброго дня. Сегодня у нас микроволновка Эленберг. Бренд Эленберг. Пришла она в ремонт с такой причиной. Гриль работает, микроволны не работают. После проверки выяснилось, высоковольтный предохранитель сгорел. Поставили рабочий, начал сгорать. Здесь сетевой предохранитель вот этот. Пошли по цепочке, диод проверили, магнетрон отключили, ну короче остался конденсатор. Даже при отключенном магнетроне все равно сгорает сетевой предохранитель. Взяли конденсатор высоковольтный, вот он. Старый, оказался он пробитый. Чтобы проверить конденсатор, выставляем тестер на 200 мегаом. Щупы желательно замкнуть между собой, чтобы сбить показания. И между двух контактов проверяем. А он коротит. Такого не должно быть. А он в рабочем состоянии должен набирать от 10 до 12 показания. А здесь коротко замкнутый получается. Ну даже вот видите, на прозвонку он звенит. Так не должно быть. На корпус он не звонится бесконечность, это в норме. А вот здесь не должно быть такого. Сейчас не знаю, если получится здесь, если не будет погрешность давать на показания. Да, вот смотрите, пошел набирать. И вот на 12, ну это я уже сбил снова, на 12 вольтах он останавливается. Это так. Вот поменяли конденсатор, предохранительный не вылетает, все работает. Причина была конденсатор. Так что всем успехов в ремонте.